Какие вопросы обсудили парламентарии и какие законопроекты приняли? Сегодня состоялась 45-я сессия Народного собрания Республики. Сегодня общественность Черкесска простилась с заслуженным врачом России Карачаево-Черкесии депутатом Гордумы Черкесска Евгением Билановым. Как учащиеся и педагоги готовы реагировать на чрезвычайные происшествия, проверили на открытом уроке профилактики экстремизма в одной из школ Зеленчукского района. Как соблюдают правила дорожного движения в Хабетском районе, сколько нарушений выявили, сотрудники ДПС Хабетского РОВВД провели рейд. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаево-Черкесия. В Доме правительства состоялась 45-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии, на котором рассмотрели 14 вопросов. Одной из обсуждаемых стала тема о внесении изменений в статью закона о республиканском материнском капитале при рождении или усыновлении четвертого ребенка или последующих детей. В принятом законопроекте прописано, кто, когда и на каких условиях может претендовать на него, предусмотрен размер и порядок его предоставления. Еще один данный проект закона предусматривает наделение отдельными полномочиями по выплате материнского капитала органов местного самоуправления. Комментируя необходимость его принятия, председатель комитета парламента Карачаево-Черкесии по здравоохранению и социальной политике Хасан Хубиев отметил, что изменения внесены на основе обращения граждан. У памятника воинам-интернационалистам в парке Победы прошло мероприятие, посвященное трагической и героической странице в истории 34-й годовщине вывода войск из Афганистана. Участвовали ветераны боевых действий, представители органов власти, общественных организаций республики. Подробности у Али Баташева. 15 февраля 1989 года. В этот день последнее подразделение ограниченного контингента советских войск вернулись из Афганистана на родину. Эта памятная дата объединяет всех россиян. Она была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны, говорили выступающие. Пришли сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения тем ребятам, которые не смогли вернуться домой, которые отдали самую дорогую жизнь во имя выполнения задачи, поставленной Родиной. Это не только касается Афганистана, это касается всех локальных конфликтов, которые были за этот период в 20 веке, к сожалению, очень богатый был на эти. Хочу выразить большую признательность всем тем, кто пришел сюда, кто счел нужным в этот день прийти на это место и отдать дань уважения и памяти нашим боевым товарищам. Каждый год вот войск 25 декабря и вывод 15 мы всегда отмечаем здесь, делаем возложение и проводим уже определенные мероприятия по данному дню. Память павших солдат и офицеров почтили минутой молчания. Рамазан Бадахов, ветеран боевых действий в Афганистане, нес службу старшим разведчиком в 66-й бригаде. Проходил службу 85 по 87-й. Сперва был в учебке в Ашхабаде, потом после учебки в Афганистан, Джалалабаде, город Джалалабаде, в 66-й бригаде служил в разведзводе. Разведчиков обычно, у них выходы, засады, было всякое. Если я вот сегодня вам интервью даю, значит, Всевышний помог. Я вот пользуюсь случаем, хочу поздравить всех шурави с этим великим праздником. А ребят, которые остались там, земля им пухом, живым здоровья. Мы в строю, в любое время и Родина, если призовет. Сегодня вот специальная военная операция идет в Украине. Мы готовы, мы пойдем, если Родина скажет, мы пойдем. В 10-летнем вооруженном конфликте погибли более 15 тысяч советских воинов. Среди них 42 жителя Карачаева-Черкесии. Мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам, расположенному в Черкесске на площади Кирова. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия.
Сегодня общественность Черкесска простилась с Евгением Михайловичем Билановым, который более 15 лет руководил городским депутатским корпусом. Ему было 63 года. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования его родным и близким, отметил, что вклад Евгения Биланова в развитие Черкесска трудно переоценить. За годы плодотворной деятельности он показал себя прекрасным руководителем, настоящим профессионалом и человеком, неравнодушным к судьбам людей и их чаяниям. О государственном деятеле, заслуженном враче России Карачаево-Черкесии, сюжет Артура Мхце. Евгений Биланов родился в Краснодарском крае в 1959 году. Окончил медицинский институт в Ставрополе. Однако в куда большей степени оказался связан именно с Карачаево-Черкесией, где в 80-х годах прошлого века начинал свою трудовую деятельность в детской больнице тогда еще областного центра. В 1991-м Евгений Михайлович возглавил городскую станцию скорой неотложной помощи, руководителем которой был вплоть до избрания в 2007 году председателем Думы муниципального образования. Если кто-то смотрит со стороны и видит, что депутаты только сидят и поднимают руки, а все они пропускают все проблемы и все... споры пропускают через себя, через свое сердце, через свою душу. Ну, просто Евгений Михайлович был человек, который мог выслушать и понять вот, каждого по любому вопросу, по которому к нему обращались как коллеги, так и граждане. Депутат четырех созывов Евгений Биланов активно участвовал в обсуждении вопросов развития региональной столицы. Возглавив депутатский корпус муниципального образования в 2007-м, он оставался его руководителем в течение 15 лет. Был членом политсовета городского отделения «Единой России». Встречался с населением в общественной приемной и во время проверок реализации национальных и региональных проектов. Участвовал в деятельности депутатских комиссий. За многолетний труд Евгений Биланов был награжден государственными наградами, а также званиями «Заслуженный врач России» и «Карачаево-Черкесии». Работавшие с ним коллеги с трудом верят в то, что его больше нет. Для меня огромный такой вот стресс даже, то, что вот в таком полном расцвете сил еще и ушел от нас такой вот порядочный, очень добрый, отзывчивый человек. За время работы у нас было много всяких ситуаций, из которых Евгений Михайлович, конечно, умел находить выход. Считал своим долгом как бы оказать внимание и поддержку всем, кто к нему обращался. Царствие небесное, пусть будет земля ему пухом. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Профилактике экстремизма в молодежной среде и реагированию на чрезвычайные происшествия был посвящен открытый урок в одной из школ Зеленчукского района. В качестве наставника выступили представители регионального поисково-спасательного отряда «Кавказ» и Центра по противодействию экстремизма. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Представитель регионального центра по противодействию экстремизму рассказывает учащимся одной из школ Зеленчукского района о некоторых видах рисков в молодежной среде. Такие встречи с воспитанниками образовательных учреждений Карачаево-Черкесии проходят на регулярной основе. По мнению сотрудника республиканского МВД, только прямой диалог дает понять юношам и девушкам, насколько опасными могут оказаться безобидные, на первый взгляд, социальные сети. Тема противодействия экстремизму всегда была и остается актуальной, поэтому мы стараемся задействовать максимальное количество учебных заведений в профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. Мы стараемся ребятам рассказывать не только теорию, мы рассказываем практически, с чем мы сталкиваемся в своей работе, с какими правонарушениями, которые касаются экстремистской деятельности, чтобы они понимали, что на сегодняшний день этих правонарушений очень много. Али Байрамкулов, можно сказать, круглосуточно занимается общественной деятельностью. В том числе руководит Национальным центром помощи детям по Карачаево-Черкесии и региональным поисково-спасательным отрядом волонтеров. Его опыт во время таких встреч с образовательными коллективами бесценен. Как не попасть на удочку злоумышленникам и обезопасить себя и своих близких? Чего ни в коем случае нельзя делать в интернете? Эксперты объясняли правила поведения на практических примерах. Это на самом деле у нас акцент большей части на практические моменты. Да, мы, конечно,
теорию детям рассказываем, но любое теоретическое знание должно подтвердиться и закрепиться практическими навыками. Для меня такие мероприятия очень полезны. Я извлекаю как можно больше пользы, стараюсь переосмыслить все то, о чем говорится на таких мероприятиях, и считаю, что такие мероприятия, они сокращают количество несчастных случаев. Занятие завершилось самым что ни на есть практическим примером. Под звуки учебной тревоги учащиеся и педагоги покинули помещение и вышли из здания. Все прошло быстро и без намека на панику. В прошлом году такие встречи состоялись примерно в полусотне школ Карачаево-Черкесии. Эксперты провели теоретические и практические занятия для более чем 2000 учащихся. Артур Мухце, Мухаммед Ишабоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Как взрослые соблюдают безопасность при перевозке детей? Сотрудники ДПС Хабецкого района провели рейд, в котором проверялось наличие кресла в автомашине. С подробностями Али Баташев. До 7 лет ваш ребенок должен сидеть в детском кресле. Вы подвергаете его опасности. Штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей. Пожалуйста, предъявите ваши документы. Предъявление документов, дача показаний сотрудникам ДПС, составление протокола об административном правонарушении из-за отсутствия детского кресла в салоне автомобиля. Всего этого можно избежать. Рейд показывает, что большинство водителей предпочитают не нарушать правила дорожного движения. Наши гаишники добросовестно исполняют свою работу. А мы, как водители, тоже стараемся. А все. Вы давно кресло, да, приобрели? С рождения детей у меня есть кресло. Всегда. Сразу же, да? Конечно, обязательно. А оно важно, да? Конечно. Каждая остановка автомобиля сопровождается осмотром салона и объяснением действующего законодательства. При этом водителю обязательно вручается памятка о необходимости соблюдать правила дорожного движения. При экстренном торможении или столкновении транспортных средств дети получают травмы в автомобиле. Чтобы этого не произошло, вы должны, согласно правилам дорожного движения, пристегивать ребенка до 12 лет. Он должен находиться в детском удерживающем устройстве. За нарушение правил перевозки детей водителем предусмотрена административная ответственность согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений и предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей. Уважаемые родители, водители, помните, что ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем детьми. Пристегивайте сами и пристегните ваше дорогое. Берегите свою жизнь и сохраните жизнь ваших детей. В администрации Аула Хабес уверены, что улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах можно только совместными усилиями власти и различных общественных организаций. В самом заседании участвуют не только ГИБДД и администрация, но и мы приглашаем отдел образования, главы всех сельских поселений, чтобы они все могли участвовать и поднять свои наболевшие вопросы. И уже по срокам до следующего квартала, каждый квартал мы устанавливаем сроки, в течение которого решаются все вопросы. Например, где-то разметка неправильно установлена, где-то знаков не хватает. Все эти вопросы решаются до следующего квартала и отчитываются они на следующем заседании. С начала рейда сотрудниками ДПС Хабецкого РУВД было составлено 14 протоколов об административном правонарушении, когда в салоне при перевозке ребенка отсутствовало детское кресло. Отрадно, что большинство жителей Хабецкого района соблюдают правила дорожного движения и предпочитают не рисковать при перевозке ребенка, говорят сотрудники ДПС. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. О развитии политики импортозамещения в нашей республике, о результатах работы промышленного производства в 2022 году, а также как работает одно из самых старинных предприятий «Кавказ-пакет». Обо всем этом и не только в экономических вестях с Альбиной Ламковой. А наш выпуск завершен. Здравствуйте! Конечно, можно заняться чем-то более интересным, но, возможно, эта информация станет полезной именно для вас. Мы будем говорить о неотъемлемой части мира, охватывающей производство товаров и услуг, обмен ими, распределение и потребление созданных в обществе благ. И все это сфера экономики. В этом выпуске вы узнаете, какие есть успехи в этой сфере, и расскажем о проблемах. Итак, мы начинаем. От слов к делу. Наши предприниматели активно замещают импорт. В первую очередь импортозамещение связывают с решением одной из основных задач экономики России. Основную политику власти предприняли только после введения санкций. Смотрите подробности.
Современные условия экономики ярко отражают проблемы нынешнего бизнеса. Любая хозяйственная система способна раскрыть свою эффективность благодаря успешной предпринимательской деятельности. Без нее экономика не функционировала бы и не развивалась успешно. Поэтому центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии стоят четкие задачи в поддержке предпринимательства по оказанию качественных услуг в полном объеме, чтобы был высокий показатель. С его помощью по результатам предыдущего года бизнес показал благоприятную тенденцию увеличения экспортного товара. Итоги деятельности за предыдущий год высокие. Из обязательств, которые перед нами ставили, это было 4 компании, которые должны заключить экспортные контракты. Мы его перевыполнили. У нас есть больше 4 компаний. На сегодняшний день их 5. И общий объем этих контрактов у нас составляет 1 300 000 долларов США. Региональные компании экспортируют товары и услуги в различных сферах деятельности. Что касается количества спектра оказанных услуг, то он в нашей республике составляет свыше 70 получателей поддержки. В этом году центр «Мой бизнес» рассчитывает на увеличение этого количества, ввиду того, что объем финансирования увеличился благодаря выполненным показателям. Примерное время от начала оказанных услуг до конечного результата в виде заключенного контракта составило до 3 лет. Мы провели некоторый анализ и ожидаем, что в этом году у нас, благодаря тем услугам, которые мы уже оказывали, той поддержке, которую наши клиенты уже получили, мы в этом году получим еще больше, если выражаться такими словами, выхлоп, да, от этих услуг. Вы работаете с предприятиями нашей республики. Они готовы заменить импорт? Наши предприниматели не только готовы, они уже это делают. Есть определенные, конечно, сложности с заменой каких-то комплектующих, заменой сырья. Свою готовность на деле уже показали 5 компаний, заключившие экспортные договоры. Их теперь нужно развивать и помогать, а также включать в эту сферу других производителей, чем и занимаются представители центра «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии. Они сопровождают экспортеров на каждом этапе внешнеэкономической деятельности. От поиска страны и партнеров до заключения контракта. Радуют показатели промышленного производства. По итогам работы за 2022 год, по сравнению с 2021 годом, данные увеличились на 5,6%. Рост индекса прежде всего связан с повышением объемов производства в электроэнергетике на 12%. Хорошие результаты и в обрабатывающих отраслях. Так, индекс промышленного производства увеличился в сфере производства электрического оборудования, бумаги и бумажных изделий, резиновых и пластмассовых изделий. Индекс показал хороший результат и в производстве строительных материалов. Предпринимателями этой сферы отгружена продукция на сумму более 13 миллиардов рублей, что составляет больше 42% в общем объеме отгруженных товаров по виду деятельности, обрабатывающей производство. В силу разных причин не все показывают высокие показатели. Старинное предприятие «Кавказ-пакет» в Черкесске переживает не лучшие времена. Создано оно для обеспечения занятости граждан, отнесенных к категории социально уязвимых, инвалидов по общему заболеванию и по зрению. История его основания уходит в далекие довоенные годы. Тогда начинали выпуск старых корзин, валяли одеяло, валенки. Что сейчас производят на предприятии и кто на нем работает, узнаете из следующего репортажа. Это называется ролик, он маленький. Ага. Это называется оська. Эту оську я намазала маслом, чтобы вот сюда ставить, а потом вот сюда в траверсу вставляем. Потом вот это называется у нас верхний корпус. Вот сюда вот две пружинки и ставим. Потом сюда еще ставится звездочка. Фатима Братова, слесарь-сборщик на черкесском предприятии «Кавказ-пакет», трудится с 1988 года. Всегда с любовью говорит о своей работе. Металлическая деталь, попадая в женские руки, оставляет в себе частичку их тепла и доброты. Вы тоже не видите совсем? Я вижу, у меня остаток процента есть. Правым глазом 1%. Левый глаз тоже так, но в основном ориентир на правый. Хотелось бы побольше работы. Вот я молоточком постучала. За последние десятилетия произошел резкий спад производства. Численность работающих инвалидов сократилась на 38% по сравнению с 2011 годом. Тем не менее, руководство старается сохранить коллектив. Сейчас на предприятии работает 28 человек. Из них 18 инвалидов, в том числе 9 по зрению. Каждый сотрудник дорожит своим местом. Другого варианта нет. Да и привыкли уже. Работают все не один десяток лет. Любовь Горбунова на производстве 52 года.
Я от себя хочу сказать, чтобы вы обратили внимание. У нас неплохо устроен быт. У нас обеденная, вот у нас, пожалуйста, и чайник, и микроволновка, и комната для приема пищи, где стоит система климат, столы, стульчики. У вас такие вот маленькие детали, вы же плохо видите. Вы уже привыкли? Как вы привыкли к этому? Знаете, куда, что вставить? Как? Расскажите. Хочу отметить, что я неплохо вижу, я вообще не вижу. И эти детали, вот данная работа, это очень работа для нас нормальная. Все можно на ощупь делать. Елизавета Джамирзова тоже практически не видит. Вся работа на ощупь. А начинала она свою деятельность частично незрячей. Я знала, куда иду, поэтому я сюда устроилась на работу. И работаю с тех пор. Пока видела, я всему научилась. То, что видела, научилась, я все знаю, помню, поэтому все на ощупь делаю. Спасибо, что такое предприятие есть. Хотелось бы, чтобы еще побольше нам вот работы помогли бы. Помимо переключателей электрических соединителей, на предприятии выпускают обычные хозяйственные прищепки. Они отличаются от китайских. Надежный механизм, достаточно крепкие зажимы, а прочная пластмасса с легкостью выдерживает большие банные полотенца. В другом цехе изготавливают полиэтиленовую термоусадочную пленку. На сегодняшний день фасовочные мешки и пакеты – один из самых популярных упаковок. На первый взгляд производство пленки выглядит просто, но на самом деле здесь очень много нюансов. Размер изделия индивидуален, нужен постоянный контроль. Производство полиэтиленовых пакетов не назовешь новым или оригинальным видом предпринимательской деятельности. Эта продукция уже давно закрепилась на рынке, как необходимый в использовании товар. Его разнообразие велико. На предприятии выпускают упаковочные полиэтиленовые мешки и пакеты как с фальцовкой, так и без нее. Размеры пленки, как и толщина, варьируются в широких пределах и зависят от требования заказчика. Замеры делают вручную. Принцип работы можно сравнивать с мясорубкой. Готовые рукава перевозят на пакетоотделательные машины. На них уже и происходит формирование пакета различными способами. Константин Григорьевич Горьковский на предприятии с 1988 года. На сколько процентов вы не видите? Ну, у меня зрение очень слабое. Один глаз правый вообще меня не видит. Второй, там, я не знаю, ну, процентов 20 есть, то хорошо. Не сложно работать? Сложно. Работать сложно, потому один я и не могу работать, работаем мы в паре. Разные материалы, разная толщина пленки, разные размеры, как пакеты, так и само полотно. Нужен постоянный контроль. При помощи различных добавок у пакетов нет проблем с плохими швами. Толщина выдуваемой пленки регулируется скоростью вращения натяжных валов. Этот процесс можно сравнивать с растягиванием жевательной резинки. Чем сильнее тянешь, тем тоньше выходит масса. Трудовой коллектив работает на совесть, несмотря на упадок производства. На предприятии неизменным осталась цель – работа без брака. Как черкесское предприятие «Кавказ-пакет» работало и развивалось в прошлом? Каким видят его в будущем и что нужно, чтобы производство стало прибыльным? Рассказал его генеральный директор Аслан Физиков. Расскажите, пожалуйста, когда было основано предприятие, насколько успешно производство развивалось в те времена? В 2025 году исполнится 90 лет. То есть оно было основано в 1935 году. Цель основания его была – это создание рабочих мест для инвалидов общего заболевания и инвалидов по зрению. В то время, ну, работало на предприятии, работало где-то около 600 человек, 300 из них являлись инвалидами по зрению. Основной деятельностью предприятия является это электротехническая продукция, то есть это вот пакетные переключатели. Кстати, они применялись на подводных лодках. Вот я вам могу показать сейчас. Это разъемы электрические и пакетные переключатели. Изначально, с самого начала там, начиная с винтиков и до логического окончания, полностью это все собирается незрячими. Вот. Продукция вся сертифицирована, очень качественная. Внутри здесь все находится... серебросодержащие контакты и вот механизмы, все.
Пластины также изготавливаются все из латуни. То есть я к чему это говорю, что конкуренция в основном составляет это Китай. Ну, китайская продукция берет ценой просто, а качеством. Те, кто работает в предприятии с нами уже давно, не один год, они, естественно, предпочитают нашу продукцию. Что касается объемов, объемы значительно упали, 95% объема упали. Ранее предприятие называлось как УПП ВОЗ, потому что учредителем является Всероссийское общество слепых. Затем 20 лет назад было переименовано черкесское предприятие «Кавказ-пакет». Сейчас картина, конечно, иная. На предприятии трудится намного меньше человек, это мягко говоря. Почему? Ну, это связано с тем, что на 95% упало производство. У нас сейчас в основном остались только Сибирь, Урал, кому мы производим. Это вагоноремонтные заводы, Уралмаш. У них тоже там объемы совсем маленькие. То есть осталось только всего 5% из электротехнической продукции, которую мы производим. Поэтому нам пришлось перейти на товары народного потребления. Для того, чтобы занять инвалидов, изготавливаем прищепку, мебельную фурнитуру. Как мы понимаем, предприятие не развивается. Что вам помогает не опускать руки и, самое главное, оплачивать заработную плату вашим работникам? Зарплаты совсем мизерные у них. Домрота доплачиваем мы, предприятие. Как вы видите в будущем предприятие и что может помочь для успешного его развития, чтобы наконец-таки у вас была прибыль? Для этого нужна модернизация, оборудование новое. У нас пресса, которым по 60 лет. Ну, хотелось бы хотя бы один новый 150-тонный пресс. То, что касается производства, ну, раньше создавались кооперации с заводами, и по, в связи с этим повышались объемы производства. Сейчас этого нету. Если бы была бы какая-то государственная поддержка для таких предприятий, как вот наше социальное предприятие, было бы замечательно. Предприятие убыточное, потому что, как я уже объяснил, домрота приходится доплачивать полностью, ну, нашему предприятию. Это единственное, еще там учредитель бывает, помощь оказывает нам финансовую. Ну, это в редких случаях, потому что в основном хотелось бы, чтобы региональные власти обратили на нас внимание. Если у нас количество заказов увеличится, можем создать рабочие места, если даже не сможем своими силами. Потому что возможности есть такие, помещения есть. А сейчас продукция ваша кем закупается? Продукция закупается, вы если имеете в виду электротехническая, как я уже объяснил, это Урал, Сибирь, железнодорожные предприятия. Вот. А то, что касается товаров народного потребления, в основном это оптовики со Ставропольского края. Аслан Хаджимуцаевич, спасибо вам за интересную беседу, за то, что рассказали проблемы о вашем предприятии. И надеемся, что в скором будущем все ваши вопросы начнут решаться. До свидания. Черкесск вошел в десятку лидеров по чистоте воздуха по итогам 2022 года. Это важный показатель. Все то, чем мы каждую секунду наполняем свои легкие для того, чтобы жить на нашей планете, является воздухом. Он служит одним из важнейших объектов окружающей человека среды. Тема качества воздуха актуальна как никогда. Без него немыслимо существование любого живого организма. Для оценки степени загрязнения атмосферы был разработан индекс его качества. Московские специалисты конструкторского бюро «Стрелка» провели расчеты. Они основывались на данных спутниковых снимках за 2019-2022 годы. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Всех благ вам и до новых встреч!